Ждал. Просто было неизвестно, дадут они или нет. Ну да, и ну, так... Ну а вообще-то вся эта херня, посмотри, 5 часов там было, офигеть. Да, 5 часов мы оформляли машину. Вот она, наконец, новая машина. А какое число сегодня, Женя? 24 октября 2021 года. Машина 22 года выпуска. Взята в кредит. Это рабочая машина для работы, для жизни. Слушай, надежная, самая продаваемая сейчас машина Toyota 4Runner. Самое крутое сделано в Японии. Да? И сделана она в Японии. Ну что, кстати, удивительно, он сказал, в Японии только три машины делается: 4Runner, Tundra и Venza. Venza это микроавтобус. Ну да, все застраховано полностью. Платеж ежемесячный $556 в месяц. I explained for my parents, made a video. Oh yeah, okay. So how much I need to pay each month? $556. It's not so expensive for 6 years. That's good. Yeah, and a nice rate, $399. It's good. Yeah. It's less than inflation. Oh for, yeah. For the first time, that's good. It's like yeah. Investment. Да, то есть мой банк approval 3.99%. Это вообще копейки. У меня кредит скор 740, поэтому удалось как бы достичь такого рейта. Иди там, нам что-то тут писать надо. А, они-то сами, держи. Hey,